Ни сварочной машины, ни подъемного крана. Вместо нескольких дней работы всего час, а то и меньше. Участок водопровода в Ростовском районе оказался первым в регионе, где испытали новые трубы. Они оказались максимально крепкими, даже гибкими. Тест на прочность трактором прошли успешно. Она имеет свою многослойные стенки, которые благодаря вот именно своей многослойной структуре приобретают механическую прочность гораздо выше, чем полиэтиленовая труба. Вот. И, соответственно, то есть повышается качество воды за счет того, что внутри на стенках не образуется так называемый налет, который в полиэтиленовых трубах обязательно образуется, потому что она кислородопроницаемая полиэтиленовая труба, а это нет. Самое главное преимущество новой технологии в простоте установки. Во-первых, сама труба очень легкая, даже я могу поднять спокойно ее на руки. Во-вторых, для того, чтобы состыковать две трубы, достаточно просто смазать ее специальным гелем и просто прислонить друг к другу. Готово! Это значит, что время установки сократится в разы, а вот дезинфекция, пробы воды и другие обязательные процедуры, как и прежде, займут несколько дней. Еще один плюс – вместо предыдущих 20 лет гарантии у нового водопровода срок службы аж 5 десятилетий. Место для реализации такого эксперимента выбрали весьма удачное. Участок прилегает к детскому саду, где проблема качества воды была ключевой. Первая причина начала производства работ – дефицит воды в данном поселке. А второй вопрос – это качество воды. Замена стальных труб и чугунных труб на современные технологии позволит улучшить качество воды для поселка, для жителей, а это и здоровье людей, и все остальное. К слову, проблем со стыковкой новых труб со старыми не возникнет. Для этого есть фланец – универсальная деталь для соединения. И еще один плюс – эти трубы переживут любой температурный режим. Значит, менять их можно даже в самые холодные месяцы года. Вот этот вот отрезок, небольшой отрезок до детского сада в селе Никольском. На нем порядка 10 порывов воды. И эта труба, я думаю, что она как раз-таки будет способствовать тому, чтобы не было больше порывов, ну, в течение 50 лет, как гарантирует эта фирма. Кроме того, здесь же директора всех крупных водоканалов Ярославской области оценили скорость установки, качество и преимущества технологии, чтобы со временем перенять этот опыт. Софья Кременецкая, Константин Дмитриев. День в событиях.